Двоим мужчинам, пытавшимся 22 июля распотрошить банкомат, чтобы украсть примерно 90 тысяч рублей, предъявлено обвинение. Напомним, июльской ночью двое злодеев проникли в помещение с терминалами, находящиеся на улице Комсомольской. Сработала сигнализация, и на место срочно отправился наряд вневедомственной охраны. Полицейские задержали мужчин 84 и 85 годов рождения. Один, как оказалось, ранее судимый молдаванин. Другой из Московской области, находящийся в розыске. У них были обнаружены поддельные пластиковые карты, приспособленные для снятия денег со счетов. Было возбуждено уголовное дело, мужчины арестованы. Сейчас эти гастролеры проверяются на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным в других областях.